Мервин! Джейсон! 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 Я близко! Я сейчас! Да вы чё, нахуй, шутите? Блять, где мы? Там, Ник? Ну ни хрена себе. Святая Божья Матерь, куда мы попали? Нужно подняться наверх, быстро найти остальных и вызвать подмогу. Никакого оружия тут нет, зато и ракцев как собак нерезанных. Ник? Сержант Кей, возьми себя в руки. Не зевать. Я что-то видел. В смысле, что ты видел? Там был не человек. В тоннеле. Надо было сидеть в вертушке. Сука, я знал, что ты еще не готов. Богом клянусь! Не впутывай Бога в эту херню! Все, блядь, ни слова больше! Возьми себя в руки, пока нас обоих тут не завалили! Поверь мне! Ни хера ты не видел! Понял меня? Что-то не так, ты сам знаешь. Я знаю, что уже задолбался с тобой нянчиться. Ты когда-нибудь видел такое? Куда мы попали? Хэзэ, я историю прогуливал. Ты не чувствуешь? Что, Ник? Что именно? Не знаю, что-то. Да ни хрена. Ты уверен? А, черт! Что у тебя с зубами, чувак?
она тяжелее, чем кажется. Помоги. Мне нужна помощь. Качалку пропускал? Это Мёрвин! Блять, я пытаюсь! Да перестань ты извиваться! Все плохо. Он истекает кровью, надо спустить его. Держись, мы рядом. Ник, подойди. Режь ее. Дело плохо, ему пиздец. Я вас, блядь, слышу! Ты справишься. Терпи. В рюкзаке морфий. Достань. Мы тебя накачаем, ладно? Давайте скорее! Мы сейчас. Смотри в оба. На что смотреть? Бля, кто собирал этот рюкзак? Что это, блядь, было? Клариса? Двигай, живо! Что с ним? Бегом! Что там, блядь, такое? Не знаю, выяснять не хочу. Черт! Что делать? Он истекает кровью. Блять! Что там? Тебе прямо сказать или помягче? Говори как есть. Врать не буду. На вид хреново. Из-за него эти твари спекутся сюда. Он не уймется. Ты его морги. Заткнись уже. Прекрати орать. Помогите! Да не ори ты! Прекрати орать! Ты мне нужен, Ник. Ты его убьешь! Морфий действует. أنا الملازم سليم عثمان لكل الجنود. أنتوا فين؟ حول. أنت فين؟ البتاع ده ماشي. كابتن دار، هذا تسمعني؟ عندي رسالة. حول. كابتن زفت. دار، إذا قادر تسمعني، أنا مش عارف في 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 كهف بحاول أخرج. حول. أخس. أنا كان عندي مشاريع النهاردة، أستحم، أسمع موسيقى، احتفل عيد ميلاد ابني. بس لا، دقوا على باب انا. لا، لما كان جايين. لما كان جايين. بص احنا فين دلوقتي؟
انهم انا عارفنا فين. شوف ده. مين هناك؟ Нам на головы. Ты как там? Цела? В порядке. Видел сержанта Кея, Колчика? Я видел их вместе. Пыталась. Что-то вызывает помехи.
Это может быть выход. Не знаю. Я о тебе позабочусь. Только держись рядом. Я сама о себе позабочусь. Похоже на то. Карабины, трос, оттяжки, свет. Черт! Ладно. Ну что? Готово. Вперед. Глубокая расщелина. Есть трос. Видишь, там дует. Предлагаю лезть. С каких пор ты куришь? В смысле? Зажигалка. Да нет, на базе взяла на всякий. Готово? А ты? Как-то не похоже это на хранилище оружия. Если тут ничего нет, то почему на нас напали? Идет война. На людей нападают. Ну вот, мы проводим время вместе. Мы всегда по-разному понимали эти слова. Напоминает о прошлом, да? Ты про чувство потерянности? Старая. Что? Она древняя. Это ведь клинопись. Шумерская? Что это за место? Ты разбираешься в истории. Я не знал. Не так хорошо ты меня знаешь. Пол вроде прочный. Да, похоже. Плохо справляешься со стрессом. Это Пазузу. Кто-кто? Пазузу. Ужасы не смотришь? Ты знаешь ответ. Это шумерский демон. Вроде как-то связан с чумой. Чума и демоны, да? Класс. Не хватало. Сдвинем? Похоже, застряла.
Что там? Не слышала? Нет, ничего. Мне что-то послышалось. Даже в руинах это место выглядит поразительно. Что тут произошло? Выстрелы. Откуда звук? Идем. Что-нибудь видно? Там глубоко. Не опасно? Выбора нет. Трос. Спускаемся. Невероятно. Мы тут не первые. Черт. Видимо, Целус на это среагировал. Мне жаль. Правда. Ты вложил в него столько сил. Если б ты знала. Не вини себя. Я ошибся. Нужно было все проверить, исключить случайности. Но я был так уверен. Знаю, как для тебя это важно. Мне так жаль. Надо смотреть вперед. И в первую очередь надо выбраться из этого места. Что это? Почва просела. После толчков... Похоже на вещи археологов. Кто-то изучал эти руины. Может, включим лампы? Солдаты нас смогут найти. Он все еще работает? О, да. Нужна солярка. Поищем тут. Где ты, Ник? Надеюсь, ты цел. Что? Не расслышал. Так, ничего. Эрик, посмотри-ка. Откуда здесь пулемет? Он времен Второй мировой. Тогда здесь и были археологи. Что здесь случилось? В центре в курсе нашего положения. Надеюсь, пилоты донесли. Если кто-то из них выжил. С кем они могли драться? Надеюсь, мы его запустим. Они вели каталог находок. Где-то. Всем позывным, это Кин. Черт, целая гора фейерверков. Кинг, всем позывным. Меня слышно? Прием. Эрик, помоги мне с канистрами. Ну, хоть с этим повезло. Как твоя нога? Что? А, ты о протезе.
Ногу я потерял на трассе. Хватит. Мне еще стыдно. Я много на тебя взвалил. Знаю. Авария не твоя вина. Ладно, за работу. Посвети на бак. О, черт. Что там? Трубка износилась. Клапан протекает. Это чинится? Перед запуском надо заклеить трубку. Наверняка тут что-то есть. Интересно, как там остальные? В порядке. Они не промах. Не пропадут. Сентября 1945 года. Когда леди Брэдшоу зовет, ты являешься. Мы с Мэри собирались в свадебное путешествие, но приглашение отобедать с одним из самых известных антикваров Британии было слишком заманчивым. На Брэдшоу была брошь, которая привлекла внимание Мэри. Шумерская реликвия, найденная на раскопках в Хашимитском королевстве Ирак. После обеда она показала нам еще одну находку оттуда же – золотую табличку с клинописью. По ее словам, это последний фрагмент карты гробницы Александра Македонского, поиском которой она посвятила всю жизнь. Если она права, гробница находится где-то на границе между Сирией и Ираком. Леди Брэдшоу хочет, чтобы мы возглавили экспедицию. Я только сейчас осознал, что наш медовый месяц пройдет на раскопках в горах Загрос. Мне вдруг стало немного неуютно. Такое чувство, что даже иракцы не знали про это место. Храм должен был задобрить богов. Может, стоило попробовать вылезти из этой пещеры? Я нашла скотч. Попробуем запустить генератор. Не знаю, как я мог так ошибиться. Готово? Готово. Ты была не права тогда. На базе. Это в чем это? Ты сказала все по-прежнему. Но я изменился. Все то время, что мы были порознь, я думал о тебе. Ну а ты, Рэйчел? Хоть немного. Я тоже скучала. А как иначе? Мы столько пережили. Держи трубку. Все.
Помоги мне с панелью. Только взгляни. Сдохли. Мы уже 100 лет вместе ничего не делали. Но кажется, это было вчера. Почему мы расстались? Ты не оставил мне особого выбора. Я был неправ. Мы же не думали, что так надолго исчезнем из жизни друг друга. Весь прошлый год я был так занят Целусом, ничего не замечал. Больше похоже на отмазку, а не на извинение. Это правда, вот и все. Херня! Ты даже не знал, заработает ли Целус. Рэйч. Ну, говори уже. Мне тебя не хватало. Очень сильно. Тогда мы оба наломали дров, но сейчас все куда проще. Может, еще есть надежда? Должно сработать. Запускай. Заработал. Раз эти люди сюда вошли, мы найдем выход. Осмотрим все. Давай перелезем. Не с ним. Лучше в обход. Сюда. Тут
есть удобные точки для обороны, но в целом продумано так себе. Может, делали нас? Посмотри-ка. Мы не знаем. Он работает? Давай это выясним. Пленка спуталась. Думаю, это поправим. Когда ты сняла кольцо? А что насчет тебя? Вот. Рядом с сердцем. Ты хороший, Эрик. Может, слишком. Я помню, что оно для меня значит. Я хочу вернуть тебя. Нам было очень хорошо. Я знал. Чего ты хочешь от меня? Для начала правду. В смысле? Я хорошо знаю тебя, Рэйчел. Ты соврала про зажигалку, и не потому, что начала курить. Эрик, скажи правду. Эрик, не надо. Признай. У тебя есть другой, да? Камни этого храма пропитаны кровью. Мы уступили на неизведанные земли и пробудили нечто древнее и злое. Скверно, что принимает неописуемые очертания и формы. Веками мы жили в этом мире как дети, не зная об ужасах, дремлющих у нас под ногами. И теперь слепо распахнули врата, ведущие в безумие. Я страшусь угодить к ним в лапы, но мною движет долг. Это место должно быть запечатано ради всего человечества. Мэри, прости меня. Эй! Черт! За херня? Не знаю. Такого, блядь, мы точно не ожидали. Всем позывным, это Кинг. Контакт, контакт! По нам стреляют, кто-нибудь слышит, прием! Там Рэйчел. Кинг, это главный ястреб 2-1. Повтори, прием. Кинг, это главный ястреб 2-1. Как слышно? Блядь! Пустите! Оставьте меня! Потащим его! Мы спасем Рэйчел! Оставьте меня! Ну! Я их убью! Блять, Мёрвин! Это не иракцы! Да похуй кто! Они мои! Живо! Я не брошу товарища. Ни за что. Тогда сдохнем оба. Тут все всегда через жопу. Ты же не всерьез? Она древняя. Нет выбора. Видишь его? Да, он идет.
Рэйчел! Держу тебя! Держу! В каком кошмаре оказались эти заблудшие души? Одна жизнь оборвалась, другая сгинула во мраке. Дела у наших героев идут не слишком хорошо, что скажете? Семпер Фиделис. Эрик решил не отпускать Рэйчел, и это решение дорого ему обошлось. Он заплатил высшую цену за верность. А что же Джейсон и Ник? Братья по оружию, но действительно ли они так близки? Или все-таки человек человеку волк? Но посмотрим на Салима. Рассудительный человек. Быть может, солдат по неволе? Быть может. Незавидная судьба ждет наших выживших в плену у бездны, в ловушке под землей. Это данность. Часть огней всегда гаснет. И сколько будут гореть оставшиеся, зависит от вас. Как правило, я стараюсь не вмешиваться в дела других, но иногда от этого сложно удержаться. Могу предложить вам совет, если вы пообещаете, что это останется между нами. Разумный выбор с учетом обстоятельств. Давным-давно я встретил слепого поэта, который поделился со мной этими мудрыми словами. Долог путь безмерно тяжек от преисподней к свету. Это все пока что.